Очередной день открытых дверей прошел в местном отделении управления гражданской обороны. Школьникам города рассказали о том, как работает поисково-спасательный отряд. Показали аварийно-спасательную машину. Она предназначена для перевозки личного состава и оборудования на место происшествия. Такой автомобиль оснащен спецсигналами, громкоговорящей связью и сиреной. Спасатель – это одна из самых мужественных и опасных профессий на Земле. Тот, кто решает связать свою жизнь с этой трудной работой, уже герой. Они приходят на помощь первыми, и порой для спасения им необходимо альпинистское оборудование, такие как каска, обвязка, карабины и спусковое устройство. Сегодня именно это оборудование разрешили примерить детям. Мальчишки и девчонки, еще совсем юные, с трепетом представляли себя в роли спасателей и ощутили всю тяжесть амуниции на себе. Это вызвало у них особый восторг. Разрешали пробовать одевать шлемы. Вот такую штучку. Мы примеряли костюм скалолаза. Мне надевали каску альпиниста и страховку. Ребятам показали и аварийно-спасательное оборудование, объяснили, для чего необходимо каждое из них. В этот день школьники узнали много нового о работе спасателей. Это произвело на них впечатление. Есть инструмент один, и если человека зажимает, то он может раскусить железо. Это очень опасная работа, что они не спасают не только с земли, но и с высоты, после аварий. Все ребята остались довольны мини-экскурсией. Некоторые даже сами захотели стать спасателями. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.